когда был карантин, мы очень активно общались в чате с моими одногруппниками. Мы вообще планировали встречу. Планировали встречу, хотели встретиться спустя, вот получается у нас будет в следующем году 30 лет. Ну, а мы решили такие чуть-чуть пораньше. И тут, значит, грянул этот вирус, карантин, и все наши планы полетели, и мы общались все в чате на карантине. Вспоминали колхоз, когда на первом курсе всех первокурсников отправляли на ну, это не картошка была, мы собирали свеклу в Подмосковье, в Бояркино. Вспоминали лыжный сбор, когда нас вывезли в Подмосковье, в Левково, по-моему, мы были там 2 недели на лыжном сборе. Для меня это было, кстати, не просто, потому что я, в принципе, не стояла на лыжах, и не только я. Еще у нас учились девочки с юга, и никто из нас не умел кататься на лыжах, а нам надо было за 2 недели быстро научиться, и еще сдать, там в конце были такие соревнования, 5 километров, и надо было уложиться в норматив. Вот, это тоже было так впечатляло. Да много, ну, как бы, я говорю, студенческая жизнь, она вся сама по себе яркая, и поэтому многие вещи, ну, остаются в памяти, может, не такие значимые, может, какие-то мелкие, но на самом деле много ярких впечатлений.